Всем добрый день. Значит, перетащил я прицепы товарищей. Почитай. Всю ночь таскали, ну где-то в 2 часа мы закончили перевозить. Вот. Но циклон нас накрыл полностью, дождей так и нету. Вот. И температура ночью была. Пар шел. Когда на градусник посмотрели, было 6 градусов, а вот когда рассветало, стало вообще 4. Кто был в шортах, впал в полный экстаз от такой температуры. Вот. Ну, вроде через пару дней, ну, завтра уже должно теплеть. Сегодня 29-е. Вот, соответственно, на весах у меня минус 600, а на вторых минус 400. Вот. Соответственно, ждем. Лёта практически нету. Вот. Ну, зато я сходил, набрал, значит, вот, кстати, можно градусник посмотреть. 15 градусов, вот, в 3 часа дня. Ну вот, сходил, набрал, значит, черной смородины. Вот такая она классная. Вот, значит, сейчас можно ее будет залить липовым медом. Получится очень классный, экологически чистый продукт. Давайте попробуем камеру поставить. Ну, вот. Вот. Вот, значит, липа в этом году собранная. Вот. Она постоит буквально за сегодняшний день, пропитается медом и будет первоклассный продукт. Вот. Полезный и ароматный. Вот. Но мед густой, он будет долго протекать. Вот. Ну, нам спешить некуда. Так что наберем. Вот. Да, я думал, быстрее будет пропитываться. Ну ничего. В общем, можно из нее, кстати, компот сварить. Будет классный компот. Но мне варить лень. Мне захотелось чего-нибудь сладкого. Вот. Так что. Теперь по мере проседания меда буду добавлять. Вот. Так что, в принципе, мы здесь делали пельмени. В принципе, если есть доступ до продуктов и не лень делать. Вот. Так что некоторые спрашивают, а что ты там ешь? Значит, как живешь? Вот. Вот так и живешь. Ну, бывает, что если ливни пошли, размыло. Ну, было что, ходили там километров за 8, за продуктами за 10. Вот, было что, сухари сушили, как бы, а потом их ели. Ну, всякое раз бывало. Это бывает крайне редко, но бывает. Вот, всем удачи, до новых встреч.